Управлять финансами – задача не из легких. Чтобы не допустить ошибку, необходимы профессионалы своего дела. Первокурсники учетно-финансового факультета только начинают повышать свои компетенции. Я с самого детства наблюдала за тем, как работают в этой сфере. У меня мама и бабушка работают бухгалтерами, и наблюдая за ними в процессе работы и как они относятся к этой профессии, я поняла, что мне тоже хочется работать кем-то вот в этой сфере, например, бухгалтером или финансистом, финансовым директором. Эта сфера меня очень привлекает, также мне нравятся предметы, которые нужны для освоения этой профессии, мне кажется, это именно та профессия, которая нужна сейчас России для, для восстановления экономики, возможно, для остановления, для того, чтобы Россия наша процветала еще больше, чем сейчас. 8 сентября 1802 года манифестом императора Александра I было учреждено Министерство финансов Российской империи. С 2011 года в этот день официально отмечается День финансиста. Система развития государственности, она базируется на ресурсах. Финансовые ресурсы – это та основа, на которой выстраивается вся идеологема развития как личности, так и субъектности, равно как и государственности. Поэтому я хочу еще раз поздравить вас с этим замечательным, знаменательным праздником и пожелать успехов, терпения и рвения, рвения вперед, несмотря ни на что. С первым профессиональным праздником студентов поздравили не только первые лица вуза, но и ведущие специалисты сферы финансов в крае. И в маленьком ИП, и в крупной коммерческой корпорации, и в государстве в целом от того, насколько грамотно работают специалисты этой сферы, зависит очень и очень много. Еще раз повторю, высказывание нашего знаменитого министра финансов, защита финансов – это защита жизненной силы существования государства. В карьере важны не только профессиональные навыки, но и умение нестандартно решать задачи. Ребята отвечали на разные вопросы и за правильные ответы получали подарки от гостей. День был достаточно интересный, веселый. Все понравилось, то, что были разные викторины, разные вопросы. Узнала очень много нового, полезной информации. А пока для меня День финансиста – это что-то новое, интересное, потому что я только первый курс. И для меня это все вот что-то еще неизведанное. Поэтому надеюсь, что это дальше будет моим профессиональным праздником, который я буду отмечать каждый год и ждать его с нетерпением. В конце праздника традиционно прошло посвящение первокурсников в финансисты. Ребята пообещали быть верными духу профессионального сообщества и достойно нести звание финансиста. Заботиться о сохранении и приумножении традиций профессионального сообщества финансистов России. Клянемся! Влада Тырсикова, Амин Джилов, пресс-служба СТГАУ.